В субботу долгожданное событие свершилось. В Венспилсе установлен рекорд Гиннесса, создан самый длинный в мире цветочный ковер. В минувшие выходные по направлению в Курземе уже с раннего утра наблюдалось интенсивное движение на дорогах. Если в Лепое ждали гостей пляжного музыкального фестиваля, то в Венспилс направлялись любители цветов. Откуда приехали? Из Риги. Специально на этот праздник? Специально на этот праздник. Почитали в интернете, послушали по телевидению, решили приехать. Ну и как? Ну, знаете, не жалеем. Сейчас столько цветов, вот радует просто глаз, и оформление такое вот цветочное. Очень яркий город, мне понравился очень. И молодцы, такой какой-то очень креативный, позитивный, вот именно что-то такое творческое всегда, что-то такое, такая есть, что-то придумывают всегда. Вот даже вот этот праздник, то, что сейчас, это же надо тоже так придумать, собрать столько людей. По завершении цветочного праздника крестьяне, которые выращивали саженцы для рекорда, не брались утверждать, что смогут повторить подобное, вырастить целых 10 тысяч растений. Чтобы рекорд состоялся, в субботу трудились 45 команд добровольцев. Единой целью для всех было побить предыдущий рекорд, установленный итальянцами, 1,5 километра. Можно было поставить рекорд Гиннесса и по скорости выкладывания цветов. И мы предполагаем, что наша 42-я команда могла бы победить. Последние цветы привезли из Цессиса в 6 часов утра. Тысячи добровольцев в течение всего дня создавали цветочный ковер с яркими узорами шириной 1 метр. Получилось даже лучше, чем мы предполагали, рисуя эскиз. Люди подошли к делу творчески. Если у них не было какого-то цветка, то они находили другой и ставили на это место. Будете участвовать? Ну, конечно, будем. Затем и приехали. Первые 10 метров было доверено выложить работницам комбината благоустройства, которые ежедневно заботятся о цветочном убранстве города. Как вам кажется, что было самым сложным? Организация и подготовка. Еще вчера все не выглядело так обнадеживающе, а сегодня мы уверены в успехе. Первый горшок установил председатель Сейма Гундерс Даудзе. Завершающие 4 квадратных метра и финальную точку поставил Айвар Лемберг. Замер ковра был произведен представителями предприятия «Геодезист», которые констатировали, что прежний рекорд побит. Новый рекорд – 1665 метров 93 сантиметра. На самый длинный в мире цветочный ковер можно взглянуть еще сегодня. Затем из этих цветов в городе будет сформирована огромная клумба. А уже на следующей неделе, с 5 по 8 августа, Венспилс будет отмечать праздник города. Добро пожаловать! Юлия Костенко, Гонда Порнице, Инжозинш, Венспилское телевидение.